Как счастье человека связано с индустрией 4.0? По словам заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гатарова, ответ на поверхности. Счастье – это идти с радостью на работу и также с нее возвращаться. Реализовать первую часть формулы счастья помогает цифровая индустрия. Работа интересная, связанная с цифровизацией, связанная с IT, связанная с разработкой, творчеством, делает человека счастливым. Я желаю всем счастья. В Юргу стартовала глобальная научная конференция «Цифровая индустрия. Состояние и перспективы развития 2018», организованная совместно с мировым лидером в цифровой индустрии – корпорацией «Эмерсон». С приветственным словом выступил ректор нашего вуза Александр Шестаков. Цифровая индустрия – это важнейший вектор развития промышленности, который делает эту промышленность эффективной. В настоящее время в рамках конкуренции, усиления борьбы за качество продукции, за новые инновационные решения, цифровая индустрия является одним из определяющих факторов успешного развития того или иного региона, той или иной страны. И поэтому мы очень отдаем большое значение важность вот той конференции, которую мы сегодня проводим. На открытии конференции с первым докладом выступил президент корпорации «Эмерсон» Майкл Трейн. Он отметил, что сотрудничество между предприятием и руководством региона ведется уже много лет. Как результат, в Челябинске с 2015 года существует новый офисно-производственный комплекс компании «Митран». Также Майкл Трейн рассказал, как достичь успеха. Нужно четко планировать, инвестировать и реализовывать задуманное. Но главная мысль его доклада – продемонстрировать, как автоматизация помогает работе компании. Мы говорим о том, что компании уже давно используют разнообразные технологии для повышения эффективности. И все это происходит в условиях, когда сокращается количество работников и сокращаются затраты. Компании уже выработали те возможности, которые были даны до этого. И следующий шаг – это использование цифровых технологий, применение цифровых инструментов для достижения оптимальных результатов. Также со своим докладом на тему «Цифровая индустрия. Прагматическая дорожная карта» выступил технический директор корпорации «Эмерсон» Питер Зорнио. Он отметил, что важно проводить цифровую трансформацию не только в технологиях, но и в людях, используя при этом четкий поэтапный подход. Питер Зорнио придерживается того, что данные – это не золото, а золотая руда, и считает, что в эпоху цифровой трансформации нужно использовать новую бизнес-модель – сбор, передача и анализ данных.